Я Кадыров Руслан Абитович, приехал из Киргизстана, специально, чтобы узнал этого мастера и учителя, который дает хорошие знания и практику для нашей будущей жизни, основа новой жизни, то есть лечить людей, приносить добро людям, и чтобы все было хорошо. Поэтому я приехал, чтобы изучить его. И я получил здесь такие знания, поистине, они дают такие сильные знания, которые действительно применятся в нашей будущей жизни, потому что мы будем лечить людей, приносить добро, облегчать страдания людей. И все это ради того, чтобы изучить эту профессию. А также я хотел выразить большую признательность мастеру Владимиру Борисовичу, который научил мне Альхиджаме. Это поистине тоже очень сильная школа и практика в будущей жизни. Вот поэтому я благодарен этому Академии телесно-ориентированных практик Альфа-Топ и мастеру Олегу Гудвину, что он дал такие хорошие знания нам в будущем. Я всех призываю, чтобы вы постоянно приходили на его курс и изучали. Поэтому поистине вам пригодится в этой жизни.